Друзья, всем привет! Сейчас я покажу, как в системе FindBI можно делиться датасетами и дашбордами. Когда мы говорим о том, чтобы делиться чем-либо в FindBI, появляется вопрос, является ли тот, с кем мы хотим поделиться, пользователем нашего сервера или нет. Ну вот, например, если у нас юзер есть в системе, то тогда есть следующие варианты. Допустим, я со своего аккаунта хочу поделиться с Лизой, директором по продажам, датасетами. Есть для этого несколько вариантов. Первый – это поделиться датасетом как аналитическим, то есть с возможностью просмотра какого-то локального изменения, и поверх этого можно там строить, соответственно, дашборды. Второй вариант – это поделиться как коллаборацией, то есть Лиза сможет изменять этот датасет, каким-то образом переименовывать и еще что-то. И я, как тот, кто с ней поделился этим датасетом, все эти изменения буду видеть. Либо же третий вариант — это когда мы делимся целой папкой с данными, где может быть настроена какая-то иерархия, и там может быть много, соответственно, датасетов. И в этом варианте тоже есть такая возможность, чтобы дать права на менеджинг этой папки, соответственно, с удалением, с переименовыванием, с изменением какой-то иерархии и так далее. Давайте по всем этим вариантам пройдемся по порядку и попробуем поделиться датасетом с прямым контролем. Для этого я, как администратор, захожу во вкладку Manage Permissions, и здесь я выбираю, например, человека, Лизу, с которой хочу поделиться данными. Захожу во вкладку Data Authorization. И здесь выбираю, что, например, я хочу поделиться целой папкой Workspace марафона, где у нас лежат несколько датасетов, которые мы используем в марафоне. Я могу дать разрешение на использование этой папки. Соответственно, Лиза сможет просматривать и сохранять датасеты оттуда как локальные, либо же могу дать возможность прямо менеджить эту папку, менять иерархии, удалять файлы так, что они будут удаляться на всем сервере и так далее. Это самый большой вот вариант доступа к данным, и давайте его проверим. Соответственно, я даю права на use и на manage для Лизы. Зайдем с аккаунта Лизы и посмотрим на то, как это работает. Соответственно, я захожу во вкладку Data Preparation и вижу, что у меня здесь с аккаунта Лизы появилась вкладка Марафон и здесь папка Workspace, где есть три датасета, которые мы используем в марафоне. Да? Соответственно, что я могу с ними делать? Я могу их переименовывать, редактировать, удалять, перемещать и, соответственно, делать поверх них дашборды. И здесь такая тонкость, что, например, если мы даем такой большой доступ к целой папке, то тогда, если, например, я удаляю здесь файлы, то эти файлы удаляются не локально у Лизы, а удаляются прямо-таки на всем сервере. Это не очень удобно, и вместо этого можно сделать немного другой вариант того, как мы шерим датасеты, с теми же возможностями, только когда, например, вот это удаление не будет происходить на всем сервере. Для этого существуют следующие варианты. Давайте уберем на время это разрешение на менеджинг папки для Лизы. Захожу обратно в Data Authorization и убираю для вкладки Марафон возможность менеджить эту папку, но оставляю возможность просмотра всех этих датасетов, которые находятся в этой папке. И, соответственно, вариант следующий. Заходим в Data Preparation и видим, здесь есть вкладка My Self-Service Dataset. Она отвечает именно за шеринг датасетов. Здесь есть две вкладки, соответственно. В первой это те датасеты, которыми поделились со мной, и вторая — это те датасеты, с которыми хочу поделиться я. Давайте войдем во вторую вкладку, это Business Package, это те датасеты, которыми я хочу поделиться, и, допустим, я хочу поделиться датасетом из марафона вот этим вот
Superstore. Да? Выберем все поля, сохраним и увидим, что в этой папке теперь появился вот этот вот датасет, которым я могу поделиться. Нажимаю вот здесь на три точки, нажимаю Share и выбираю, что я хочу поделиться с юзером, с Лизой. Здесь опять-таки два варианта. Можно дать возможность только на превью, тогда все действия, которые может сделать Лиза, это просто просмотр и изменения с локальным сохранением. То есть если она изменяет как-то датасет, то я, как тот, с кем, тот, кто делится с Лизой, я не вижу этих изменений. Давайте дадим возможность на превью и на edit. Соответственно, это будет прям полноценная collaboration, такая работа. Нажмем ОК и зайдем с аккаунта Лизы и увидим, что у нее во вкладке Data Preparation My Self-Service Dataset появился один датасет в первой вкладке, который Shared to Me. Видим, что здесь есть тот самый датасет, который мы поделили с аккаунта администратора. И вот он здесь. Что я могу здесь сделать? Я могу его изменять каким-то образом и сохранять уже локально. Сохранять, соответственно, локально с помощью SaveS и сохранять изменения прямо в самом этом датасете так, чтобы все люди, которые используют этот датасет совместно, видели эти изменения. Это тоже не всегда удобно. Иногда удобно просто дать возможность этот датасет взять себе локально, сохранить, без возможности каким-либо образом его менять. Соответственно, мы что делаем? Мы заходим обратно в аккаунт администратора в Data Preparation, и здесь во вкладке Shared мы говорим, что вот для юзера Лиза мы убираем возможность изменения, но оставляем возможность превью. Сохраняем. Зайдем обратно под аккаунтом Лизы и увидим, что вот этот датасет у нас теперь может быть редактирован, но только с возможностью сохранить себе локально копию, без возможности изменить именно этот вариант датасета. Таким образом, видим, что доступы и то, как можно делиться с датасетами в системе, довольно гибкие. И если же мы хотим поделиться датасетом с пользователем, который вне нашей серверной системы, то это делается вместе с миграцией дашборда, о чем мы поговорим далее. Теперь я расскажу, как можно делиться дашбордами в системе FindBI. Первый вариант такой, когда, например, пользователь, с которым мы хотим поделиться, у него вообще не установлен FindBI, он не пользователь нашей системы и вообще не пользуется FindBI, но мы можем поделиться с ним ссылкой на дашборд. Делается это следующим образом. Вот, например, этим дашбордом мы хотим поделиться. Нажимаем Create Public Link. Нажимаем Share Link и получаем здесь, соответственно, ссылку на наш дашборд. Здесь можно также выбрать, защищать ли этот дашборд паролем или нет. Давайте пока не будем это делать. Вот, и, соответственно, можно скопировать эту ссылку. Мы можем вставить ее в строку браузера и перейти на этот дашборд. В чем здесь особенность? Поскольку сейчас у меня FindBI запущен на локальной машине, то здесь вместо IP подставляется localhost. Соответственно, чтобы поделиться человеком, который не пользуется, грубо говоря, моим компьютером, я подставляю вместо localhost свой IP-адрес, и таким образом этот человек сможет подключиться к этому дашборду. Если же вы пользователь сервера, то никаких проблем с этим не будет. Здесь уже будет айпишник конкретного сервера, и можно будет делиться без каких-либо изменений. Второй вариант, как можно делиться дашбордом, это когда мы его шерим с человеком, который находится внутри системы нашей FindBI, внутри нашей юзер-архитектуры. Как это делается? Здесь есть такая кнопка Share. Мы можем выбрать пользователя, с кем хотим поделиться. Давайте будем делиться опять-таки с Лизой. И нажимаем Share with и выбираем Лиза. Нажимаем ОК. И давайте зайдем с аккаунта Лизы. Посмотрим,
как это реализовано. Мы попадаем на ее аккаунт и заходим сюда во вкладку Share with Me, во вкладке Директория. Видим, что Данил поделился с нами дашбордом. Нажимаем на него. И, соответственно, этот дашборд со всеми, даже мы видим, примененными фильтрами подгружается на страницу. И третий вариант, как мы можем поделиться дашбордом в системе, это когда пользователю мы передаем его вместе, например, с данными, грубо говоря. Пользователь может быть не обязательно внутри нашей системы, а может быть просто пользователем FindBI внутри другой архитектуры. Соответственно, как это делается, мы переходим во вкладку Manage, и нам нужно, чтобы вот этот дашборд из вкладки Dashboard перенесся во вкладку Директория. Для начала. Что мы делаем для этого? Мы переходим во вкладку Директория. Дашборд пусть у меня будет лежать во вкладке Демо. Я нажимаю Добавить BI Template и выберу вот этот дашборд. Нажимаем ОК. Соответственно, мы видим, что этот дашборд у меня попал в вкладку Демо. Он здесь появился. И теперь мы будем им делиться. Как это делается? Мы переходим во вкладку Manage, Intelligence Operations. И здесь есть такая вкладка, называется Resource Migrations. Когда мы входим в нее, мы видим те директории, те папки, которые как раз-таки у нас расположены во вкладке Директория. Нас интересует папка Demo и вот этот вот дашборд. Давайте возьмем ее со всей папкой Demo. Что мы делаем? Соответственно, мы его выбрали, мы можем сейчас сразу же нажать экспорт, и мы перенесем дашборд, но без данных. То есть пользователь, который получит этот дашборд, он когда экспортирует его в систему, он получит его без данных, он может его только просматривать. Если же мы хотим, чтобы этот пользователь получил дашборд и мог как-то с ним взаимодействовать в том плане, что, может быть, изменил бы визуализации, может быть, добавил бы что-то от себя, тогда мы должны добавить к этому дашборду еще и данные. Нажимаем вот эту вкладочку «Также экспортировать Excel Attachment» и смотрим, что действительно у нас все датасеты, которые связаны с этим дашбордом, они выбраны. Нажимаем на «Экспорт» и видим, что у нас выкачался архив с дашбордом и с данными. Этот архив в себе содержит, соответственно, дашборд, и в него там зашиты данные. Нам его разархивировать не нужно, а тому человеку, который будет получать, с кем мы хотим поделиться этим дашбордом, все, что он должен сделать, он должен точно так же войти во вкладку Manage. Важно, чтобы это был именно администратор сервера, потому что только у администратора есть такая возможность, он может зайти в Manage, Intelligence Operations, и здесь, опять же, Resource Migration, только вместо экспорта мы должны выбрать импорт и, соответственно, сюда подгрузить просто zip-файл, сохранить, и все экспортируется в систему. Таким образом, реализуется третий вариант того, как можно поделиться дашбордом FindBI.